Красавица курочка. И петушок с ними. Притихли. Вот и снег у них есть, и водичка. Все у них есть. А эта курица бессовестная. Она несется у гусыни, мешает ей сидеть. Как не стыдно. А ходишь, королевишна. Ну а вы что орете? Вот скажите мне, что вы орете? Уму непостижимо так орать. Я знаю, мои хорошие, вы на улицу хотите. Знаю, знаю. Вот здесь ведь тоже гусынь понесла яйцо и бросила, опять не несется. Ой, вы мои чумазики. Ну-ка посмотрим, что там у нас курочка делает. Нюрочка, которая... Сидит? Сидит, моя красавица, сидит. Сидит, принесет нам маленьких цыпляток, думаем. Если петушок хорошо работал, где ты, петушок? Вот он. Красавчик мой, если ты хорошо работал, цыплятки будут. Ой, конечно, в нашей стайке тесно, правда? Когда жили одни куры, было здорово здесь. Прямо они летали, и у них был второй этаж вот так же. Только еще, знаете как, вот так вот был. Отсюда стенка была. Вот так, буквы Г, короче. Курам было очень много места, курам было замечательно здесь. Но когда вот мы стали оставлять еще побольше, конечно, стало места маловато. Ну, куда деваться, опять же. Гуси у нас жили там вот, в коридоре стаечном. А сейчас мы их сюда переселили, потому что пар много как-то образовалось. И даже не пара, а вот этих пород же мы хотим развести. Вот что она поперла? Ну, видите, что делается? Вот что вы сюда пришли? Зачем вы сюда пришли? Зачем? Давай отсюда, чеши. Куда я собралась? Нюрка, это первая Нюрка. Видите, глазика нету. Нюрочка моя. Первая Нюрочка, видите, живая и здоровая. Красавица моя, ненаглядненькая. Глазик у нее один. А второго нет, выклевали в прошлом году. Когда она высидела цыпляток, выкормила их. Большие цыплятки стали. Я их принесла в стайку. Ну и Нюрку, конечно, мамку с ними. А куры ее не приняли, представляете? Маленьких приняли, а большую не приняли и дрались с ней. Или она защищала, когда своих цыпляток. Не видели мы когда. Ну, глаз ей выклевали. Мы думали, курочка погибнет. Ну, нет, она выжила живая. Вот уже, видите, второй год живет. Баутаст она нам сегодня ночью еще принесет петушечек, да? Масенька это моя. Хорошая, хорошая курочка. Ну вот, видите, нету глазика одного. А второй глазик, вот он, все нормально. Ну, ты моя хорошая. Это первая Нюрка у нас, первая. Такая вот боевая Нюрка, боевая девочка. Она несется. Она хорошая девочка. Хорошая. Ты куда смотришь, да? Давай я тебе помогу тебя запрыгнуть. Опа, беги. Беги туда. Беги, моя хорошая, беги. На второй этаж. Ой, вот такая жизнь. Куриная. А вот это беленькая курочка. Вот это всегда хочет в гнездо. Только мы откроем несушку. Откроем, чтобы она поела, попила. Белая курица сразу бежит и садится в гнездо. Представляете, что делает? Хочет украсть всех цыпляточек. Ну, а эти пришли, наверное, нестись. Тут он гнездышко сделал. Да, ой, уже гнездышко-то нету. Все, она просто расстелили, они разворошили, как попало. Ну, ладно. Маленькая моя девочка. Девочка моя хорошая. Хорошая девочка, да. Хорошая это у меня Нюрочка.
Первая Нюрка. Первая хорошая. Ну что вы орете? Ну что ты? Ну гусак. Ты гусак, ты гусак. Что такой есть-то? Ладно, ладно, ладно. Успокойся, успокойся. Ну как стараешься? Как... Я же не подойду даже. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Знаете, это гусак-защитник, наверное. Он не производитель, он защитник. Да. Им надо воду, понимаете? Им надо много воды. Тогда они будут нестись. А нестись они будут после того, как гусаки начнут топтать гусынь. Просто так гусыни тоже нестись не будут. Да, 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 да. Маленьком, ты тоже хочешь, чтобы я тебя погладила, да? О, это другая курочка уже. Да, моя ласточка. Моя ласточка хорошая. Или это ты же? Ну, подожди. Ты Нюрка или не ты? А, это Нюрочка ко мне подбежала. Масенькая моя. Хорошенькая девочка, хорошенькая. Нюрка ко мне прибежала. Ой, ты моя разговорчивая девчоночка. Разговорчивая. Сейчас вон там в уголок сядет. И может даже снесется. Да. Не будем мешать, не будем смотреть, ладно. Опа! О, все собрались в одну кучу. Куда поперлись? Все пошли, кстати. Вот все. Надо перекрыть их вход. Ну-ка, кушай сюда. Кыш, 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 кыш. Матильда с Гошкой тоже что-то там мутят. Что-то мутят, сидят на гнезде. Ой, да хватит, хватит. Я покажу всей планете, какой ты страшный у нас. Какой злой. Ой, какой злой. Все злые. Все свое место защищают. Себе спокойненько. Эти тоже спокойненько живут. Эта гусынка вон там нашла уголок себе и начала нести яйца. Но какие яйца будут, непонятно, оплодотворённые или нет. Ну, еще один звук. Сейчас прям, ага. Эш ты какой? Эш ты, сердитый какой. Пойдемте посмотрим в шалаше гусей, а то мы давно их не видели. Что там и как у них? Вот что-то Толя наградил городушек. Ой, солнце сегодня такое яркое. Прелесть такая вообще. Вон они. Ага, сидите, сидите. И солнце, и вроде тепло, но знаете, что снега столько, мы боимся опять их выпускать. Помните, они у нас как разлетались сильно. А потом, сколько я бегала, переживала. Они хоть и зашли сами, но мы целый день были как на иголках. Ну вот. Снега полно, снег не кончается.
Вот видите, дорожки постоянно заметают. Чистим, чистим. Сколько вот уже чистим? Всю зиму чистим. Ой, господи. Ну ладно. Пока-пока.